С гостями или без – решение, которое должны принять родители зареченских дошколят. В детских садах города уже проходят первые новогодние утренники. Малыши вместе с педагогами разучили стихи, песни и танцы и готовы пригласить на праздник своих мам, пап или бабушек. Но в связи с коронавирусными ограничениями стать зрителями волшебных представлений могут не более 50 человек. Мы предложили решение родителям, удобоваримое, удобовыгодное, когда детки могут пригласить одного родителя от семьи, или это может быть бабушка, семья сама принимает решение, поприсутствовать на празднике. Обязательным условием для присутствия на празднике является для взрослого наличие QR-кода. Мы и фотографов, тех, кто снимает детишек, и видеосъемку, если родители хотят, чтобы была видеосъемка, разрешаем только при наличии QR-кодов. Услышат ли малыши аплодисменты зрительного зала – выбор за взрослыми. Причем такое решение должны принять родители единогласно и в каждой конкретной группе дошкольного учреждения. Если мы все родители обсудили и все согласны, мы договариваемся и все приходим. Решение должно быть родительской общественности, потому как много людей, много мнений, но детки ходят в один коллектив. Мы понимаем, что мы отвечаем за жизнь и здоровье не только своего ребенка, но и всех тех, кто вокруг нас. Поэтому мое принципиальное решение не прививаться никак не должно сказаться на жизни и здоровье малышей, которые вокруг моего ребенка. Еще один возможный вариант присутствия зрителей на новогодних утренниках в детских садах будет рассмотрен в ближайшее время на заседании штаба Федерального медико-биологического агентства. При положительном решении специалистов родителям малышей разрешат посетить праздник с действующим отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».